Песня имела большой успех. Исполняли мы на районном празднике труда. Даже секретарь райисполкома приезжалась. Я как помню ее. Почему даже вот Александра Николаевна Пахмутова сказала, она говорила, что это жемчужина, ее нужно расти. Дружники села, для вас написал песню самодеятельный композитор Павел Толмачев. Называется эта песня «На рассвете», и она посвящена дояркам. Наших рук создание, Северобайкальск упрям и молод, Северобайкальск со звездной бамовской судьбой, Северобайкальск. Упрям и молод, Северобайкальск со звездной бамовской судьбой, Северобайкальск, любимый город, построенный тобой и мной. Северобайкальск упрям. Бамовской судьбой Северобайкальск.